стакан воды. Лучшее средство, чтобы прочистить желудок. Теперь я могу расшифровать эту надпись. Смешай фрукты варации и мефитии, отведай этой пищи, и ты увидишь свет. Другими словами, ты увидишь то, что скрыто. Я чувствую себя превосходно. Этого у меня достаточно. Боже мой, этот предмет выпал из моего снаряда. Thank you.
Эй, пару минут назад здесь не было этого растения. Оно выросло с невероятной скоростью. Отлично! Я смог напугать его. Этого у меня достаточно. Этого у меня достаточно. Этого у меня достаточно. Этого у меня достаточно. Thank you.
Это была хорошая мысль, но этого недостаточно. Я имею дело с растениями двух разных видов, которые защищают друг друга. Если я хочу пройти мимо них, мне нужно напугать их одновременно. Этого у меня достаточно. Этого у меня достаточно. Этого у меня достаточно. Существу это не нравится. Этого у меня достаточно. Эх! Существу это не нравится.
я ч... Из моего снаряда выпал еще один предмет. Этого у меня достаточно. Я должен открыть панель управления лифтом и исследовать все уровни, на которые он может меня доставить. Этого у меня достаточно. Я вижу, что между лунными растениями идет война. 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 Я вижу, что между лунными растениями идет война.
Интересно. Селенит выходит из снаряда, очень похожего на мой. И я могу поклясться, что позолоченные фигуры символизируют землян, которые поклоняются чему-то. Должно быть, эта надпись гласит «Свет или, может быть, знание нисходит с Луны на Землю». Что это? Я должен открыть панель управления. Это не сработает, пока я не заменю зеркало. Это Земля, моя родная планета. Трупы лунных существ. Я в некрополе. Я заперт. Увидеть землю и умереть. Вот как я бы перевел эту надпись. Мне нравится думать, что лунные пилигримы приходили сюда, чтобы поклониться земле. Совершив ритуал, они спокойно ждали смерти, считая, что наконец достигли цели своего существования. Но лично я твердо намерен выбраться отсюда. Впрочем, сперва нужно исследовать некрополь. Трупы лунных существ. Я в некрополе. Этот саркофаг сделан из тонких металлических пластин. При всем уважении к древним селенитам, он очень напоминает консервную банку. Черт! Я открыл саркофаг, но сломал консервный нож. Что это у нас тут? Под толстым слоем пыли есть надпись. Я скопирую ее. Мне нужен более крепкий рычаг.
Человеческие кости? Как они попали в лунный некрополь? Thank you.
Эти грибы взрываются при падении на землю. Может, я смогу поймать их на лету? Гриб, который я только что поймал, взорвался. Пойти туда невозможно. Едкий дым блокирует путь.
Лифт везет Ардана в глубины Луны. Нашего путешественника ожидает группа встречающих. Вне себя от любопытства Ардан видит, что эти селениты напоминают тех, что построили некрополь. Значит, лунная цивилизация все-таки не исчезла. Ардана не нужно упрашивать следовать за хозяевами дважды. Его отводят в комнату, напоминающую кабинет, и оставляют наедине с селенитом-сановником. Так, землянин, тебе было мало беспорядка, который ты навел в наших лесах и селах, и поэтому ты проник в наши горы, чтобы сеять в них раздор и хаос. Но ты говоришь на моем языке. Конечно, как сановник второго круга на службе его роскошества, верховного правителя, я обладаю огромными знаниями. Как ты узнал, что я прибыл с земли? Это очевидно. Мы селениты познакомились с землянами уже давно. Вот почему мы решили, что будет благоразумно поместить тебя под пристальное наблюдение. Как только ты добрался сюда, на твою одежду приземлилось крошечное насекомое. Оно постоянно информирует нас о твоих действиях. Не трудись искать его. В нашем распоряжении мириады таких насекомых. Они летают повсюду и обследуют каждый новый объект. От нашего внимания не ускользнет ничего ни на поверхности, ни под ней. О, сановник, вряд ли это вежливо. Шпионить за гостями из других земель. Ты смеешь говорить мне о вежливости? Ты еще не успел прибыть сюда, как уже оказался виновен в выбрасывании опасных предметов, загрязнении лесов и разграблении могил. Из этого я заключаю, что ты опасный дикарь, недалеко ушедший в развитии от животных, как и все земляне. Это суровая оценка. Ты так думаешь? Насекомое-шпион, которое ты носишь с собой, постоянно оценивает твой уровень умственного развития. Я покажу тебе твой счет, чтобы преподать тебе урок скромности. Счетчик показывает уровень твоего умственного развития, который был определен с помощью объективного метода селенитов. Когда ты прибыл, твой счет был настолько мал, что мы не сразу решились отнести тебя к разумным существам. Ты делаешь успехи, однако пока твой счет все равно оставляет желать лучшего. Однако я сумел долететь до Луны, а это требует подготовленности и изобретательности. Ха! Мы успели забыть о межпланетных путешествиях больше, чем вы, земляне, когда-либо узнаете. Глубоко в горах находится древняя космическая пушка. Она отправила к Земле сотни снарядов еще в те времена, когда твои предки только учились стоять на задних лапах. Я признаю ваше превосходство. И все же для путешествия с одной планеты на другую нужен разум. Разум или везение? Возможно, ты попал сюда исключительно благодаря приблизительным расчетам удачи. Сможешь ли ты совершить путешествие в обратном направлении? Я в этом сомневаюсь. Это вызов? Я принимаю его. Ты думаешь, что я не смогу вернуться на Землю? Вот увидишь, скоро я налажу связь между Луной и моей родной планетой. Мне нужен план действий, чтобы организовать обратный полет. Я запишу его в своем блокноте. Это абсолютно достоверный факт. Первые полеты совершили первопроходцы, движимые мистическим чувством. Именно они создали первую космическую пушку в лунных горах. Довольно быстро они построили еще одну пушку на Земле, наладив таким образом регулярное сообщение между двумя планетами. Через несколько веков это занятие нам наскучило. Мы отбросили мысли о путешествиях и стали исповедовать изоляционизм, который пристал более взрослой цивилизации. В нашей истории ничего не говорится о вашем прибытии на нашу планету. Это неудивительно. Мы много дали людям, но они об этом ничего не помнят. Кажется, неблагодарность – врожденная черта людей. Ты очень невысокого мнения о нас. Мы пытались учить вас в эпоху путешествий. В те дни было очень модно держать человека в качестве слуги или домашнего любимца. Ваша ловкость и талант к подражанию забавны, но ваша врожденная жестокость никогда не позволит вам стать по-настоящему цивилизованными существами. Но когда я посетил один из ваших храмов, я обнаружил, что когда-то вы поклонялись земле.
Это было еще до того, как мы обнаружили вас, землянин. Мы поклонялись вашей планете, когда она была недостижима. Наше религиозное рвение исчезло, когда эпоху путешествий сменила эпоха разочарования. В настоящее время мы не тратим сил попусту и концентрируемся на исследовании мира внутреннего. Мы выходим из наших пещер, только если это абсолютно необходимо. Сам факт выхода на поверхность считается неприличным. Информация, которую ты ищешь, драгоценна. Моя гордость не позволяет сообщить ее тебе без некоторого денежного вознаграждения. Сколько ты хочешь? Больше, чем у тебя есть. Спроси меня еще раз, когда станешь богаче. Естественно, лаборатория расположена на первом уровне, и там же находится устройство по производству люмена. Еще ниже расположена комната, посвященная древним технологиям эры путешествий. Мне нужно попасть в эти помещения, чтобы подготовиться к обратному пути. Как мне это сделать? Вставив требуемые иерархические ключи в панель управления лифтом. Для чего нужна эта кнопка? Она включает экран, с помощью которого мы учим наших только что вылупившихся потомков читать. Ты решил научиться читать на нашем языке? Посмотрим, сможешь ли ты. Землянин, тебе будут показаны символы. Постарайся угадать их значение. Верно. Верно. Ты прошел тест. К моему великому удивлению, ты сумел владеть основами нашей письменности. Если ты не боишься перегреть свой мозг, используй преподаватель гармонии, находящийся слева от меня, и поработай над пониманием устной речи. Тебя заинтересовала эта раковина, землянин? Это моллюск Бельбаб. Из исчезнувшего океана колыбели лунной жизни. Целую вечность назад волны перестали биться о его берега. Но в раковине моллюска Бельбаб до сих пор звучит их эхо. В ней заключена древняя мудрость, присущая всем живым существам. Вот почему она обладает такими свойствами. Поместив эту раковину рядом с моим слуховым каналом, я могу понимать любой язык, даже такой грубый, варварский и неблагозвучный, как твой. Так вот, почему ты понимаешь мой язык, но как тебе удается говорить на нем? Мой высокоорганизованный голосовой аппарат может с легкостью воспроизводить монотонные звуки, издаваемые человеческой глоткой. Конечно, нет. Она нужна мне для исполнения моих обязанностей. Ах, я вернулся в нормальное состояние. Для чего нужна эта кнопка? Она включает распределитель, с помощью которого ты сможешь приобрести самые разные предметы по разумной цене. Машина для покупок? Как необычно. А могу я использовать ее для того, чтобы продать что-нибудь? Нет, землянин, об этом позабочусь я. Если ты хочешь продать предмет, покажи его мне. Я оценю его и предложу тебе подходящую цену. Thank you.
Тебя заинтересовало это? Для чего нужна эта кнопка? Это колокол запроса. С его помощью каждый селенит может получить иерархический ключ в соответствии со своими достижениями. Для чего нужны эти ключи? Символически они подтверждают ранг своего владельца. С практической точки зрения они позволяют открывать двери, пользоваться лифтом, включать определенные машины. Но к чему все эти замки? Вы боитесь воров? Вовсе нет. Воровство, в твоем понимании этого слова, чуждо нашему разуму. Наши коды и замки ограничивают невеждам доступ к определенным машинам и пропускают им только мудрых, которые смогут ими воспользоваться. Очень интересно. Могу я получить иерархический ключ? Я знаю, что у тебя уже есть ключ первого уровня, полученный при весьма сомнительных обстоятельствах. Если ты думаешь, что заслуживаешь большего, следуй обычной процедуре и позвони в колокол. Мне нужен ключ, соответствующий моим способностям. Твой счет уровня умственного развития достаточно высок, но я не могу даровать ключ первого уровня тому, кто не знает нашего языка. Я не согласен. В моем кабинете ты найдешь все учебные пособия, которые тебе понадобятся. Если ты не способен учиться с их помощью, ты не заслуживаешь ключа. Нет смысла повторять запрос, пока ты не научишься языку селенитов, и письменному, и устному. Это бессмысленно. Я уже знаю все основные символы. Для чего нужна эта машина? Это преподаватель гармонии. Он позволяет тебе тренироваться в понимании речи селенитов путем запоминания звуков, связанных с нашими символами.
Здорово! Я понимаю язык селенитов! Я уверен, что смогу набрать максимальный счет, попрактиковавшись. А я думаю, что владение нашим благородным языком для тебя недоступно. Но я не против того, чтобы ты прошел испытание еще раз. Если ты увеличишь свой счет, ты заработаешь очки уровня умственного развития. Thank you.
Мне нужен ключ, соответствующий моим способностям. Должен признаться, что у тебя достаточно высокий счет уровня умственного развития, и ты соответствуешь всем необходимым требованиям. У меня нет причин отказывать тебе. Мне нужен ключ, соответствующий моим способностям. Твой счет уровня умственного развития слишком низок. Это бессмысленно. Ты хочешь продать этот предмет? Я не уверен. Если я его продам, а потом он мне понадобится, то я попаду в очень сложное положение. Ты всегда сможешь выкупить его, использовав распределитель справа от тебя. Посмотрим, сколько ты мне заплатишь? Но почему ты вдруг перешел с моего языка на твой? В соответствии с торговыми ритуалами, цена может быть названа или обговорена только на благородном языке селенитов. Если бы я говорил на вульгарном языке землян, сделка была бы недействительной. А что, если одна из сторон не понимает языка селенитов? В таком случае она должна доверять другой стороне. Так происходит всегда, ибо невежественный должен доверять решению мудреца. Ты хочешь продать этот предмет? Эй, кто это поет в моем ухе? Мой собственный официальный шпион теперь станет моим проводником? А почему бы и нет? Я рад любой помощи. Yeah.
Я понимаю его слова, но не могу ответить ему. Мои голосовые связки не способны воспроизводить гармоничные звуки языка селенитов. Но я должен найти способ поговорить с ним. Осторожнее, это едкая жидкость. Мне нужна подходящая емкость. Я понимаю. Этого у меня достаточно. Бак полон фруктового пюре. Кажется, я на кухне. Полагаю, эта надпись означает: пища побеждает голод. А что, если я продемонстрирую селенитам мои кулинарные таланты, добавив что-нибудь в их пищу? Я понимаю его слова, но не могу от... Пища, которую я бросил в бак, смешивается с той, которая уже там. Нет, я не буду бросать в этот бак, что попало. Он предназначен. Похоже, этот рычаг контролирует распределение еды и питья.
Давление слишком низкое. Нужно отыскать...